Ирина, едем к ЗАГСу. Включайте простой, я сейчас буду. А там ваш паспорт просит, дайте, пожалуйста. Вообще, друзья, зовут меня Крыса. Ну, а ты, судя по всему, бесплатный кусок сыра. Потому что только что я попала в твою мышеловку. Алло! Алло! О боже, мужчина, вы можете донести меня вот до той остановки? А что с вами, вы повредили ногу? Нет, просто я нуждаюсь в ласке. Ну все, птичка в клетке. А можно, пожалуйста, букетик для мамы? Вы знаете, с этим цветочком как раз связана легенда. О, господи, вы и здесь работаете? Однажды принц встретил цветочницу. Она дала ему этот цветок, он до него только дотронулся. И сразу на ней женился. Представляете, какая легенда? Хотите потрогать? Это могли бы быть мы с тобой, но ты боишься быть счастливым. Отстань от меня, ненормальная. Да куда ты от судьбы денешься? Люби меня, люби. Поздравляю вас, дамы, сегодня у нас свидание. Задроткина. Что? Я записываю тебя. Девки, я готова. Так, шальная императрица, не дай бог ты высунешь свой нос. Да чё вы все такие серьезные? Да нас из-за тебя замуж не берут. Ничего не обещаю, девочки. Гопница, тебя тоже это касается. Да что? Господи, да как с вами сложно. Она быканула или мне показалось? Так, все, время. Истеричка, психопатка. Да что? Дамы, мы же без вас как без рук, прошу. Так о чем мы туда идем? Так ты влюбилась или тебе просто скучно? Поверь, если б я влюбилась, вместо вас всех пошла бы только вот так, долбанутая. Только сделай. Иу, фу, идем скорее. Какой гороскоп? Как положение небесных светил в момент моего рождения может повлиять на мою судьбу? Алло, может это я на нее влияю? Пожалуйста, не говори больше таких вещей в моем присутствии. Мне просто стыдно, что я тебя знаю. Да знаю я, что он мне нравится, Настя, но мы не можем быть вместе. Ну как, почему? Я рыбы, а он поздний козерог. Ты себе вообще представляешь этот союз? Боже, о чем ты говоришь? У него число жизни 2, а у меня 8. Адекватность включи. Ну ладно, рак, водолей. Еще куда ни шло, ну козерог. Просто понимаешь, Настя, женщины-рыбы это как коронавирус. Один раз заболел... И вылечиться уже не представляется возможным. Ты знаешь, я ему скажу, чтобы он мне позвонил в сентябре. Там Юпитер выходит из Сатурна и открывается окно новых возможностей. Слушай, ну откуда ты знаешь? Только давай ты не будешь делать вид, что знаешь больше, чем звезды. Спасибо. Без тебя, без тебя. Всем привет! Сейчас я покажу фокус, который может повторить только 3% населения земного шара. Всего 3%, это очень мало. Я залежу волосы, чтобы вам было лучше видно. Итак, сейчас все ваше внимание должно быть приковано вот сюда, к моему носу. Смотрим. Я пододвинусь немножко ближе, видите? Видите, я держу свой нос на своем лице, а не в чужих отношениях. С виду кажется нереально, но поверьте, все возможно, если постараться. Удачи! Я дома! Здорово, кожаный! Я тут немного заскучал, пока тебя не было. И на твоей кровати кое-что произошло. Будем считать, что это твоя вина. Так что предлагаю убрать его сейчас, пока она теплая. Спасибо! Делает ли мне тот странный звук? Эй, с тобой все нормально? Обычно я достаточно независимый, но сейчас мне, в общем, надо, чтобы ты дал мне немного еды. Кого ты пытаешься обмануть? Я уже видел, что у тебя есть суши. Сегодня день зарплаты, так что та-дам! На все деньги я купила для тебя дом. Спасибо. Алло, Миш, выходи! Возьмите, попосевайте. Речка? Девушка, я вас просила не завидовать, а посевать. У меня тут свадьба. Миша, Миша, подожди, подожди. Ты это... О, привет, Алик, привет. Девушка, ходил? Я тебя на сторис отметила, глянь. А? Счастья молодым! Женщина, не сейчас! На, переодевайся! За нас сама судьба решила!
свадебная фотосессия. Это в жизни бывает. Лицо нормальное сделай. Женщина, сфотографируйте нас. Точно попадаю на руку? Да, да. Супер, супер. Меняйтесь местами и так, ты держи его как брелочек. Господи боже. Супер, супер. Блин, обидно немного, но справедливо. Иметь 15 детей – это так утомительно! Неужели постучать по дереву 3 раза – это не метод контрацепции? Да не, бред какой-то. Аристархий, гильотина – это не игрушка! Ха, на улице Чимай можно не идти в школу. А, блин, я же женщина и не имею права на образование. Тупо бесит. Девчонки, Добрыня на меня запал. Как я это поняла? Очень просто. Вчера он напился в кабаке и уделял мне знаки внимания. Какие? Ну, избил меня. Похоже, скоро свадьба. В смысле, у его новой тёлки закрытый аккаунт? Как я должна за тобой шпионить, коза? Тупо испортил настроение. Ты прикинь, он меня бросил? Да ладно. Вот что ему было не так? Ну, как тебе сказать? Ну, была пара ситуаций. Зая, принеси смузи и туалетную бумагу. Давай скорее, мой водный баланс нарушен. Я не истеричу. Я вообще не оскорбляю людей. Я пытаюсь понять позицию каждого. Даже такого дебила, как ты. С парнями в баню не ходи. При высокой температуре тряпки садятся. А ты у меня и так худенький. Меня бесят твои волосы. Милый, все, что ты можешь для меня сделать... Это лицо попроще. Я просила заказать мне сумку цвета латте, а не цвета капучино. Тебя природа слепила из того, что было. Было говно и палки. Извини меня, я себя тоже не на помойке как бы нашла. Если мужчина не может сделать мне смузи, то что он вообще может? Да, подруга, ты права, просто дебил какой-то попался.